Расскажи вообще о том, как для тебя прошел вчерашний матч, с точки зрения тренерской мысли, удивил ли тебя Козлаускас, удивил ли тебя Брадович вообще? Удивили ли они друг друга, по-твоему? Ну, во-первых, вообще вся атмосфера в этом зале происходила вчера очень такая напряженная и интересная. Мне очень понравилось все, что здесь происходило, начиная от болельщиков и заканчивая, конечно, тем, что происходило на площадке. Я думаю, что на самом деле не удивили друг друга тренера команд. Диамантидис, пока он был в Панатинаике, в стакане играет пик-н-ролл. И если, ну а сейчас еще добавился Сикевич, почему он в хорошей форме. Поэтому зачем что-то менять, если все происходило, приносило свои плоды на протяжении там, последних там, 7-8 лет. Другое дело, что ЦСКА, так как они являются фаворитами финала, в любом случае, потому что они два матча в регулярке победили, или полуфинала, они два матча в регулярке победили, на них шло небольшое давление. Это, в общем, сказалось в начале матча. Панатинаикос вышел раскрепощенным и начал игру просто замечательно вообще. Просто классические пик-н-роллы, обычные там проходили, заканчивались там танками. Там, и когда пошла страховка, в общем... А за счет чего ЦСКА удалось переломить ход событий, удалось сыграться от минуты 14? Здесь как получилось? Решили играть против пик-н-ролла с агрессивным степом и чуть ли не дабл на Диамантидиса. Выходил у Крстичи, и они агрессивно атаковали. Сначала этого не получилось это у них. Диамантидис все-таки довольно опытный игрок, выходил, либо через третьего они играли пик-н-ролла, либо он сам отдавал. И сначала они решили изменить, опять же, рисунок страхующего, в принципе, но пошло передача на дальнюю сторону трехочкового, были забиты два важных трехочковых, и тогда, мне кажется, нашли очень интересный выход. Они просто Диамантидис стал держать Кириленко. И при каждом пик-н-ролле шел обыкновенный размер. Кириленко мог сыграть и с Диамантидисом на позиции защиты против разыгрывающего, и против центрового, что принесло свои плоды. Они буквально полностью выключали всех, кроме Диамантидиса. А как ты оценишь вчерашнюю игру Тадосича? Теодосич, да, он неплохо сыграл в нападении. В принципе, делал все, что нужно, кроме последних двух штрафных, да. Но мне не очень понравился, как он защищался. И что против Исикевича, что против Диамантидиса, они забили очень много важных мячей. Кто был лучшим игроком Панатинаикоса вчера? Исикевич. Несмотря на то, что Диамантидис много забил важных мячей, ну, конечно, мозг команды, тут никуда не денешься, полностью руководил игрой, но вчера какой-то восхитительный матч Исикевич провел, как там, как будто 6-7-летней давности. А как ты оценишь игру Леши Шведа? Как ты думаешь, после этой игры его уже насильно нас поставят на карандаш в NBA? Швед, в принципе, последние все матчи проводит на хорошем уровне, начиная с чемпионата Европы. Он, ну, и лидер сборной, и один из лидеров ЦСКА. Я думаю, что да, ему там свою игру, конечно, должен подать на драфт. Назови, на твой взгляд, ты видел вчера два матча, видел матч Олимпиакоса с Барселоной, символическую сборную, которую бы ты сейчас сделал по итогам? По итогам полуфиналов? Да. По итогам полуфиналов, говорю, у меня вошло три разыгрывающих в символическую сборную. Диамантидис, Исикевич и Спанулис, конечно, Кириленко. И на позицию центра здесь, на самом деле, сложно, но, может быть, из-за таких личных предпочтений ЦСКА, как Крестич. Какие ошибки вчера допустил Козлаускас, именно тренерские ошибки? Ты можешь указать на какие-то тренерские ошибки, которые он допустил, не допустив которые, мы могли бы выиграть более уверенно? Ну, честно говоря, мне трудно искать ошибки у такого человека, как Козлаускас, да, который довел все-таки команду до финала Евролиги. Но, опять же, я думаю, что здесь как тренерский ошибок он не допустил, просто вот в начале игры. Я все-таки надеялся, что команда выглядит ЦСКА более уверенно. В начале игры чувствовалась вообще такая скованность, при этом не забивали самые простые мячи вообще. И наоборот, Козлаускас, я думаю, что нашел хорошее решение тем, что начал давать играть только Диамантидису, просто закрывая всех в защитной стойке, просто закрытой стойке, выдавливая всех боковой, и при этом Диамантидиса после смены просто оставлял один в один, даже с высоким. Диамантидис играл один вчера. В конце матча он атаковал, попал, не попал. И я думаю, что... То есть он пошел от обратного. Многие ему советовали выключать Диамантидис, именно да, потому, наоборот, что это главный лидер команды. Он решил наоборот, пускай Диамантидис забивает свои очки. Главное, чтобы не забивали другие. Мне кажется, это было, ну,
ясно, это было правильное решение, потому что ЦСКА финал. Болейте за ЦСКА на сайте boleyemza.ru.